Отойди, вонючая. Отойди от меня. Отойди. Друзья, всем привет, всем доброе утро. У нас суббота, а вы на канале Чернова ТВ. Вот так вот у нас начинается субботнее утро с 9 утра. Вы посмотрели, как я снял плиточку. Плиточка снималась просто легко. И в планах на этот пол положить ламинат. Вчера вечером я заехал в магазин, я купил подложку. Плиточку мы снимали всей семьей, дети бегали, помогали, смеялись, кричали. Сейчас я своих всех выгнал к теще, они поехали ждать меня там, потому что сейчас я буду заливать пол. Полностью я пол заливать не буду, я буду именно заливать только просветы большие. Вот, допустим, вот здесь все это я буду заливать, чтобы ровненько легла подложка. И будем уже, за сегодня высохнет, и завтра уже будем класть ламинат. Ева мне помогает, да? Девочка моя помогает. Так что давайте начнем заливать все эти пустоты. Мы взяли обычный эластичный клей для плитки. Он быстро сохнет. Так, ну что, наш клей готов. Начинаем. Делаем все аккуратненько, потому что белые обои. Примерно вот так вот делаем весь пол. Ну что, друзья, вот так вот получился у нас пол. Мы его замазали полностью. И теперь ждем, когда он подсохнет, высохнет. И уже завтра будем класть ламинат. А сейчас я еду к теще, к своим. Сегодня будем целый день мотаться где-то по улице, потому что домой придем только вечером. Пускай сохнет пол. Опа! Ну что, друзья, мы уже в машине. Чим к теще. Там мои все дети и супруга. Хочется быстрее сделать ремонт, потому что этот бардак уже, честно, уже подташнивает. Вот завтра целый день, я думаю, что нам не понадобится класть ламинат. Мы его положим очень быстро, легко. Вот так вот. Сейчас полный багажник плитки, который вы видели, которая снималась очень аккуратно. И целые плитички очень много есть, штук. И поэтому мы их сегодня отвезем на отдачу. Они мне, кстати, пригодятся. Я долго думал, из чего мне там делать одну вещь. И так сложилось, что пришлось дома снимать плитку с пола. Потому что эта плитка на даче важнее и нужнее. Вот, и она нам пригодится. Короче, друзья, мы забыли сегодня полдня снимать. Мы забыли включать камеру. Потому что я когда поехал в тёщу за своими, они со мной не хотели поехать на дачу, поэтому я на дачу поехал один, я отвез плитку. Ой, здесь такой чуть бардачок. Они посидели у мамы, потом я приехал с дачи, забрал, съездили в магазин, и сейчас мы находимся дома. Мы уже постелили подложку, потому что все здесь ходят. Цемент или там клей, он еще не так уж сильно высох. Но чтобы время вечером сейчас не терять, потому что завтра мы будем класть ламинат, мы сейчас будем собирать прихожку, которую мы купили в Икее. Чтобы мы ее сегодня вечером собрали, чтобы она уже была сегодня готова. И как только мы завтра мы кладем ламинат, сразу же прихожку будем ставить и будем вешать. Дэвид с Моникой у нас здесь. У меня бардак. Спецзадание. У тебя постоянный бардак. Нет. Спецзадание. Они должны покрасить это зеркало в белый цвет. То есть не зеркало, а вот именно эту окантовочку. Так, работаем, дети, да? Угу. Полиночка у нас играет со своей куклы, да, дочь? В чего ты играешь? Это у тебя школа, спектакль? Что это у тебя? Спектакль, да? Танцы у тебя? Конкурс танцев? Ну, молодец.
Так, вот наша прихожка. Здесь у нас пока стоит вся уличная обувь, краска, чемодан с инструментами. Когда мы все это сделаем, коридорчик сделаем и все это уберем в коридор. Так, начнем с первой. Ножницы принеси. Да, принеси ножницы, Маша, честно. Без ножниц никак. Здесь, походу, у нас полочка будет. Да, мы будем вешать одежду. Куртки, шапки, шарфы. Несешь, Полин? Открываем. И смотрим, давай. А что это такое? Да это у нас вешалка. Вот вешалка. Такая вот. Так, ну что мы имеем здесь? Вот наша вешалка. Все предельно понятно, как ее собирать. Инструкция точная. Пошагово все здесь расписано. Куда крутить, куда ставить. Так что будем сейчас потихоньку все это собирать. Вот такие вот у нас будут вешалочки. Очень, кстати, красивые, прикольные. Сейчас будем начинать крутить. Давай ставь хлоп, одну, на вторую. Так. Молодец, давай я, да? Папа, я не могу поднять сюда, поставь, потом поднимай. Потом опускается, я не могу. Папа, вот это вот сюда? Да, закручивай. Да. И закручивай. Пальчики, сначала пальчиками. В какую сторону? Да, в эту сторону, по часовой. Угу. Еще, крути. Ну что, вот такая вот у нас получилась вешалка. Посмотрите, как, какая красота. Пап, а так ее плавили носить? Она будет... Да, пошли, пошли, пап, посмотрим. Вот так... Ну, ты вот отсюда. Так, ну что, вот. Мы с Насюшкой думали, что завтра мы ее будем вот сюда вот вешать. Принял? Нет, не сюда, пониже. Ну так, обалденно, да? Пониже. Все. Пока мы собрали вешалку, дети, они красят зеркало, смотрите, чтобы краска быстрее сохла, Миренка феном ее сушит. Не, ну правильно, правильно, лайфхак, молодец. Приступаем к открытию другой коробочки. Давай, хоп. Ну, Поль, давай я это быстрее сделаю. Здесь 15 скотчей, а ты тут только первый сделала. Открывай. Ну, просто бери и открывай так. Опа! А это что? Это обувь. А вот сюда мы будем ставить обувь, да. Покажи-ка. Вот такая у нас будет обувница. Я вот это. Там будем ставить. Здесь тоже вся инструкция, все как делать. Что будем делать? Вытаскивай. Папа, да, там здесь говорит. Много. Угу. Вытаскивай. Аккуратненько. Ой, папа, помоги мне. Давай, сама. Ой, папа, можно я это все сама достану? Хорошо, давай. Я полностью все? Ну, давай, полностью все. Аккуратно, ты не поцарапай, дочь. Поль. Пока мы делаем наши полочки, Настюшка, кто ужин? Всем привет! От Настюшки всем привет! Посмотрите, что у нас! И салатик, и лосось, и картофельные дряники. Дряники. И наггетсы, макаронки, соус фирменный Настюшкин. Ай-яй-яй! Включила. Включила? Да. Thank you.
Та-дам! Ну что, готово! Давайте переворачиваем. Вот такая у нас получилась тумба! Посмотрите, какая красота! Сюда мы будем ставить обувь. Супер! Ну что, сынуля, будем делать это? Комод? Самое главное, да? Подожди, да, порезался миллиончик, да, вот так вот, молодец, супер, все, теперь можно дальше, да, делать? Да, пожалуйста. Готово. Реставрация зеркала прошла успешно. Недолго ждать, а? Ну, ёпарасете. Слушай. Аккуратно. Не поцарапайте. Чё, а как оно так быстро высохло? Они же пену сдули. Дети покрасили зеркало. Получилось у них отлично. Молодцы они. У нас здесь села камера. Пока камера села, я уже понаделал такие вот полочки, ставочки для обуви. Сейчас покажу, как они собираются. И вовнутрь мы вставляем вот такую вот тоже ставочку. Да. Как-то вот готово. А остальное будем делать завтра, потому что комод он должен крепиться к стене. И тогда уже вставляются эти ставочки и делаем дверцы. Так что сейчас мы быстренько садимся за компьютер. У нас 2 дня не было видео, потому что нет времени даже смонтировать ремонт.